И снова всем здравствуйте, друзья мои! Приветствую вас на своем канале «Жизнь на юге Англии». Сегодня я хочу погулять с вами по городу Вентнор, одному из старинных городов на острове Уайт. И так как город Вентнор расположен на крутых холмах, на обрывистых склонах, на гористых и лесистых каких-то обрывах, которые каскадом спускаются к морю, даже не всегда и сами жители города знают, какие красоты и что скрывается в этих странных зарослях. Да, этот грандиозный дом туфля, неизвестно когда и неизвестно кем построенный, сохранился, конечно, в очень плохом виде, но тем не менее сохранился вот здесь вот, в этих зарослях, между Вентнором и Нитоном, на склоне Блэк Ганг Чайн. Вот для того, чтобы добраться до таких мест, нужно обойти мили и мили подъемов и спусков, и нужно точно знать, где именно искать. Скажу вам по секрету, что не всякий местный житель даже знает и видел этот дом туфлю, который я вам показала. Ну и мы с вами идем дальше, и я хочу вам показать еще одно грандиозное сооружение, самую старую церковь на острове Уайт, 1070 года постройки, церковь святого Бонифация.
Но чтобы увидеть что-то древнее и необычное, не обязательно карабкаться куда-то вверх по горам и склонам. Вот, например, на обычной улице в городе Вентнор можно встретить точно также очень старинное и необычное явление. Вот, например, вот эта древняя стена. Давайте посмотрим, что здесь написано. Пирамида из камня была возведена в 1773 году и является примером камня, добытого в этой местности. Этот камень в то же время был отправлен из Бонн-Черч для использования в гавани города Портсмут. И если мы пройдем дальше по этой древней стене, которой более 300 лет, мы увидим такой же древний пруд. Здесь очень живописный и красивый, которому, как говорят старожилы, тоже более 300 лет. И этот пруд интересен тем, что с одной стороны он доступен для общественного просмотра. Здесь можно гулять и любоваться буквально всем прохожим, потому что здесь проходит улица. А вот с другого берега частная территория, которой попасть невозможно. Там находится тоже огромное закрытое частное владение, вилла. Ну а в пруду обитает множество уток. Также, если присмотреться, мы можем увидеть черепах, которые сидят на поваленных деревьях, греются на солнышке. И, если присмотреться, множество рыбы, крупной и мелкой. Буквально рядом тут еще одно интересное место – Святой Источник. Святой Источник, который был построен леди Маргарет Хаш в 1868 году как память о ее муже. А наверху написано на латыни «Доверие и молчание». Вот такой он, город Вентнор. Необычный, интересный, загадочный и порой очень красивый. Я, друзья, вам специально показывала наверху, в правом верхнем углу, как обычно, информацию на свои другие видео, которые тоже были сняты в городе Вентнор и которые, возможно, вас заинтересуют. Просто кликайте на вышедшее вверху название нового фильма, и вы переходите к нему. Ну, а на этом, друзья, сегодня моя с вами прогулка заканчивается. Напишите и расскажите мне, понравилось ли вам такое мое путешествие,
И если понравилось, хотите ли вы продолжение. А я желаю вам всем всего доброго. Еще увидимся. Всем, пожалуйста, добра, здоровья и удачи. Пока-пока.